Мы памятаем, у рамках патриотичной працовной акции гомельская молодь сегодня добро упорядковала аллею героев. Уборкой территории мемориала занимались члены городской организации БРСМ. Головная нагода – 78-годие хатынской трагедии. А кроме того, молодые люди ушановали память героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, которые имели дочинение до Гомельщины. Працовная акция под названием «Мы памятаем» с этого дня пройдет во всех кутках региона. Ее мета – нагадать молоди об спаленных фашистами вёсок, а так само героях и подеях Великой Айчинной войны. Мы знаем о войне из фильмов, книг, из рассказов ветеранов. И сегодня очень важно помнить тот подвиг, что совершили наши советские солдаты против фашизма.